Для українців нині головне питання, чи ухвалять депутати законопроект про відкриття ринку землі. Аби дійти до голосування, треба розглянути 4 тисячі поправок, і на це потрібно кілька місяців. А ми запитали в людей, як вони ставляться до земельної реформи. Очень сложно дать какой-то вразумительный ответ, потому что об этой проблеме я слышу уже очень-очень-очень давно. С экономической точки зору, земля – это такой самый товар, как и будь-що. Якщо мені належить земля, чому я не можу її розпоряджатися на свій розсуд? Надо давати в оренду, але за хороші гроші, може бути, навчиться тоді працювати, як треба. Не можна зараз продавати землю. Якщо вирішувати, то вирішуйте всією країною через референдум. Якщо прийде цар якийсь, і він почне благополучно скупляти ліси від государства. Якщо буде так, так як колись було, вже був панський ліс. С одной стороны, это как бы будет развивать нашу страну и, возможно, даже делать ее лучше. А с другой стороны, Украина будет немножко меньше становиться Украиной. С одной стороны, конечно, это очень хорошо. Будем привлекать иностранных инвесторов. Но с другой стороны, скорее всего, у нас просто будет заполнить весь рынок иностранные активы и пространство для развития нашей экономики. Просто, ну, может не быть. Одни говорят, слушаешь, вроде правильно, другие говорят, тоже вроде правильно. Если от этого выиграют украинцы, то почему бы им не выиграть от этого? Еще мы не так стали на ноги, чтобы ей продавать землю. Ну, не спешить. Может, и треба продавать, но только не быстро. Поедьте где-то туда, у бабулек, у дедулек, которые эти паи, спросите, сколько им там платят и сколько у людей позабирали землю просто так за 13 тысяч гривен. Я думаю, что это неадекватно. Это обман людей, загоняние их. Потом собаками надо платить за газ. Земля должна быть у обычных сельских жителей. Или вот, ну, у тебя есть земля, ты там выращиваешь, что хочешь. Ну, земля людям, земля народу. Так, спочатку экономику в порядок, малый бизнес. Зрошми порядок навести, дайте гроши, что украл. Грошей нема. Надо учиться у тех, которые это сделали. Понимаете, что было с Польшей, что было с Германией, я это все помню. Люди просто не понимают того, что вот типа сейчас, на данный момент, нам выгодно продавать землю. Мы получаем от этого доход. И типа, если, допустим, за границы приезжают засаживать нашу землю, это для нас, ну, очень выгодно. У нас до сих пор земельный кадастр, он в жахливом состоянии, у нас немає там порядку. Але те, что его треба приймати, приймати его треба, але те, что его треба привести до ладу, его треба привести до ладу. Просто так на хип-хоп это делать нельзя. Сначала нужно составить кадастровый реестр, сначала опросить людей, вот, подготовить абсолютно всю почву, и только после этого можно заниматься рынком земли.